Re, viss ēters ir te! Снова к событиям в Латвии. Улица спорта станет улицей старта для изменений столицы, так говорят в департаменте сообщения. В Риге после реконструкции открылась улица спорта, уникальная в своем роде. В разработке проекта активное участие принимали общественные организации. Что из этого получилось и что дальше, расскажет Евгения Копылова. Всемирный день без автомобиля Рига встретила торжественным открытием реконструированной улицы спорта. Длина всего 500 метров, зато много нового. Одно из важных изменений – это перекресток улицы спорта и улицы Гростенас. Он выделяется, он поднят над уровнем и тем самым обеспечивая безопасность как велосипедистов, так и пешеходов, что дает этот поднятый перекресток? Машины притормаживают перед ним, и, соответственно, скорость движения по этой улице снижается. Улица спорта стала первой односторонней улицей с двумя велополосами. При этом есть тут и автопарковка. Что еще важно и продумано, открывая дверь, даже при сильном желании не получится сбить велосипедиста. Для этого здесь есть специальная полоса. Есть, конечно, недочеты, там, если машина, выезжая из территории или из той же улицы Гростенас, может поворачиваться направо и налево, то велосипедом пока что это почему-то запрещено, хотя, ну, это небольшой недочет, на который мы уже указывали, исправим. В обществе Пилсета Цилва, о кем говорят, это первый проект, где столица так плотно сотрудничала с общественными организациями. Помимо велополос, на улице также обновили покрытие и посадили 18 деревьев. Разрешенная скорость движения теперь 30 км в час. Обошлись эти изменения столицы почти в 540 тысяч евро. Дальнейшие шаги – продолжение ремонта на улице Бруненеку. В принципе, улица Бруненеку будет на базе проекта улицы спорта. Дальше будут развиваться все остальные улицы. Но это уже задача нового созыва Рижской думы. С этой улицы мы начнем вводить в городе такие решения, которые дают возможность любому участнику движения ехать по выделенному коридору для них. Впрочем, не все работы закончены. Велополосы еще будут оборудованы элементами безопасности. Евгения Копылова, Лаурис Дундурс, Латвийское телевидение.